кто-то катается на лыжах, и выбор это неплохой, ведь в эту зиму выпало достаточное количество снега. Также можно выбрать ледянки, тюбинги, санки. Но все же, какой досуг является наиболее популярным у жителей Ленинского района? И как они будут проводить грядущие выходные? Узнаем прямо сейчас. Гуляем на горках и на лыжах, и в лес ходим, и на тюбингах. В общем, такие снежные забавы. В основном с ребенком гуляем, да. Ну вот, ребенок катается, мы просто воздухом дышим. Может быть, лыжи или санки? Санки, да, вот, катаемся. В парк ходим, отдыхаем. По-разному. На санках катаемся. Гуляем, вот, катаемся на горках. Ну все пока, потому что сейчас одна маленькая, вторую чуть побольше, пока так. А потом пойдем на лыжах с детьми. Гулять, развлекаться, праздники рождественские. Ну вот, главное, чтобы детям было весело. На коньки катаемся. Я люблю кататься очень на коньках и катаюсь на лыжах с родителями. На даче. А что на даче делаете? Отдыхаем. Мы ходим в лес с собакой. У нас есть такой друг наш, семейный нордик. Прекрасно приводим время. Ну и вообще, как можно больше находиться, стараемся на свежем воздухе. Ну, если не сильные морозы. Как анекдот есть, да? Там мальчик говорит отцу: «Больше я с тобой никогда не пойду на санках кататься. Давай вези, вези». Какой бы досуг вы ни выбрали, в Ленинском районе развлечение найдется на любой вкус. Главное, чтобы было настроение. А поднять нам его поможет грядущий праздник. Мы поздравляем всех с наступающим Старым Новым Годом и желаем хорошо провести выходные.